Чухуахуа, 1,5 года. Прежний хозяев не гулял, ходил дома в туалет. Когда забрали его, начал гулять. Ходит в туалет на улице. Но ночью иногда и днем гадит дома. На пеленку не ходит. Попробуйте сделать так, чтобы шанса на ошибку у собаки не было. То есть, если собака будет спать на своем месте без возможности выхода с этого места, она не будет, как, извиняюсь за повтор вашего слова, гадить под себя. Это ненормальное поведение. Щенки и собаки так не делают. Потом приучайте на ночь спать зафиксированно, так, чтобы собака не имела возможность вставать со своего места, далеко уходить. Приучите к боксу или клетке. Это не страшно, это нормальный инструмент. Это первый момент. Днем, если вы... То же самое, если у вас нет дома, вы можете отправить его отдыхать в клетку или там вольер. Если вы дома не можете уследить за собакой, возьмите ее на поводок и какое-то время двигайтесь на поводке. Также можно, конечно, попробовать надевать памперсы. Собака вряд ли будет ходить в себя, да? Если тяжело справляться с поводком и с клеткой. И выходите на улицу чуть почаще. Чаще, короче. Дома не ругайте за то, что уходит в туалет. И занимайтесь собакой. Это тоже будет уходить с занятиями, с разучиванием, с контактом и со всем остальным.